Ой, пришла посылка. Юрий Шалыгин. Так. А, пошел второй час. 40 минут осталось. Юрий Шалыгин. Здравствуйте, Валерий. Посылка пришла, положил носок и брал подвал. Я подозреваю, что речь идет о... Теперь уже о косточках. Так. Ну, носок не вяжется с этим таким длинным пакетом с черенками. Вот, я решил так, не буду уточнять, некогда, я все в загоне. Значит, видимо, вы положили в носок упаковочку. Вот эту мою. Вот она столько места занимает. А что это такое? Это, значит, опять полиэтилен, которым сложены по 10, по 10, по 10, и уже, они уже в этих мешочках, каждая, они сухие. А потом идет тряпка, она же амортизатор, правильно? И чтобы она была, как сказать, не звенела, не любят эти. А косточки могут, ну, как песок, так, чик-чик-чик-чик. Поэтому что? Убирайте носок, разрывайте всю упаковку, если не разорвали раньше. И вот эти по 10 расфасовок, по 10 штучек, каждый маленький стакан, нет, каждую баночку небольшую с крышечкой. Вы знаете, что такое маленькие баночки. И полно сейчас в быту. У меня их вот они даже копятся, уже не нужны. После майонеза, после того. И по 10 штук. Ну, если одного сорта, может быть, там и 20, и 50, если одного сорта. Плотная крышка. И в холодильник. Место не занимает. Вот. Подвал. Ну, так вот, как ваши носки, их уже мыши ждут, и все. Можете сказать до свидания. Вот. А у них нюх получен вашего. А если в стеклянных этих, то они много места не занимают, можно держать до сертификации. Мне остался месяц до сливы, а может и раньше, у кого-то же юг России. Вот, например, проснулись 2, нет, 1 января, похмелились, и можно уже в сырой песок. Это сливы, а месяцем позже, допустим, 1, я полушутя говорю, можете не похмеляться. Так, а 1, например, февраля уже абрикосы на 2 месяца. Но прикидывайте, 2 месяца отсчет идет от посадки. Вы знаете, у кого уже земля на стеклопат оттаяла, у кого это время снег лежит. Там уже разберетесь сами. Вот коротко. Скиньте вебинар, как поливать яблони. Вот они. Дело в том, что у меня в вебинарах они мельком, они на бегу. Потому что вот если я сделал диск номер 9 и номер 13, я, вот, вокруг меня толпа. Я тщательнейшим образом все, целый час рассказываю, показываю. Лучше уже не придумаешь. 300 рублей. Ну, правда, когда я говорю 300 рублей, после этого куда-то все исчезают. Ну, почти все. Почему? Потому что их так редко заказывают, что я уже забыл, когда последний раз заказывал. А хотят, чтобы привать, ну, то есть научиться, ну, чтобы не платить. Вот. А у меня 160, мне не жалко, 160 вебинаров. Они еще большая часть разделены на куски. Там где-то есть прививка, прививка. Вот. Разницы яблони, абрикос или персик для меня никакой нет. Для меня принцип один. И все в среднем одинаково прививаются. 90 до 100% приживаемость. Так. А вот любой материал попались, записались или как там, зарегистрировались, я даже сам не знаю, как это делается. Вот. И ищите, ищите, ищите. Может, найдете. Или 300 рублей, да, 100 рублей пересылка, вот вам диски. Это уже, так сказать, вершина моего творчества. Это Москва, это Красноярск. Вот. Или 300 рублей, и вам тут же, кажется, диски уже не нужны. Так тоже часто бывает.